Мне 80-й год, и я мерзну в своей квартире. С последней надеждой в редакцию обратился почечанин, проживающий в доме номер 15 на улице Ферсмана. С ним встретился Антон Рассказов. На ногах теплые шерстяные носки, на голове меховая шапка. В таком виде Сергей Кузьмич ходит по своей небольшой однокомнатной квартирке. Говорит, если сидеть, замерзнешь. По словам пенсионера, зимой холодно всегда. Батареи греют не по нормативу, а из щелей в доме сквозняк. На заявление сплошные отписки и замеры температуры, с которыми пенсионер не согласен. Я с 15 декабря обращался уже и туда. Я не верю там. Там подключили так, что... С 9 вечера, даже с 8. Раз, и холод пошел. Сергей Кузьмич, бывший военный, справно платит 3000 рублей за коммуналку. В его доме ТСЖ, но, по словам пенсионера, в последнее время активизировалась УК «Престиж», которая проводит собрание. К этому телесюжету мы не будем брать официальных комментариев у представителей ТСЖ, управляющих компаний или администрации. Я думаю, что 80-летнему Сергею Кузьмичу они ни к чему. Он просто хочет, чтобы у квартиры было тепло. И те, кому надо, этот сюжет посмотрят и, надеемся, отреагируют. Ну и сейчас вот несколько слов. Сергей Кузьмич, что вы бы сказали вот всем этим людям, кто может вам помочь? Уважаемая администрация, я вас прошу всех, дайте мне, пожалуйста, тепло в квартире, так как пенсия у меня небольшая, я плачу большие взносы, как говорится, за квартплату. Вот такие вопросы. Больше я ничего не требую.